С 1 января россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне без посещения ГИБДД. Правда, новую услугу клиентам смогут предоставить не все автодилеры. Заниматься выдачей номеров и, соответственно, свидетельств о регистрации разрешат только тем компаниям, которые будут включены в государственный реестр МВД. Сам реестр опубликуют на сайте госавтоинспекции. Осматривать транспортные средства и проверять документы будет ответственный сотрудник автосалона.